учитель физики стал бизнесменом? Я в фондовом рынке еще до того, как его не было в России. И так заработал первый капитал, 2000 зарплат учителя. На длительном горизонте, вот так сказать, от 10 лет и более, проиграть невозможно. Самый лучший в мире начальник – это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник – это я. Всем привет, это программа «Работаю на себя». Меня зовут Александр Тюкаев. Сегодня юбилейный 200-й выпуск, 199 программ. Рассказывали о том, как можно заработать. Сегодня поговорим о том, как можно сохранить и приумножить. Наш герой Левон Акопов, основатель крупной IT-компании и создатель популярного сервиса помощи в инвестициях. Давайте разбираться. Первый вопрос. Как вы пришли в бизнес, как учитель физики, насколько я понимаю, стал бизнесменом, успешным инвестором? До этого я читал книгу Драйзера «Финансист». И там меня поразило кругозор главного героя, так широкая область, в которой он работал, и деньги, которые давали свободу. Я это все вспомнил, и тут ваучеры появились. Я заметил, что ваучеры, которые в Краснодаре на базаре продавались, и ваучеры на бирже в Москве, была разница в цене. Я отследил, что за ночь ничего не происходило. Я ночным самолетом покупал здесь ваучеры, ночным самолетом прилетал в Москву, примитивно, утром продавал, когда на первых минутах торгов никаких рисков, ничего. И так заработал первый капитал, который, собственно, и вложил в компьютерный бизнес, который... Сколько вот капитал? То есть это... Ну, вы знаете, тот масштаб денег трудно уже вспомнить. Конечно, это были какие-то деньги, но вот я же говорю, я практически... Ну, в зарплатах учителя, не знаю, это ну, 10, 100, больше. Это 1000 зарплат учителя. Это какой год? Я первые ваучеры там в 90-е уже купил, когда вот объявили приватизацию. А потом пошли уже ваучеры, первые приватизационные аукционы, я в них участвовал. А потом уже образовался фондовый рынок, то есть я в фондовом рынке еще до того, как его не было в России. И я стал покупать первые акции, которые, я помню, там за рубли, за копейки покупались. И так всю жизнь этим занимаюсь. Самый главный, наверное, для этой передачи вопрос, кому нужны инвестиции, кто может? Это бизнесмены или обычные люди? Кому это подходит? Вот смотрите, пандемия показала, что все встать может. Даже хороший бизнес может встать, лечь, как там лучше, как правильно сказать, не знаю. Поэтому еще раз люди задумались и поняли, что нужна подушка безопасности. В этой ситуации одно другому дополняет. Вот я пример приведу. Вот как раз вы сказали, предприниматель – обычный человек. То есть, ну, обычный человек когда-то дойдет до пенсии. Знаете, какая пенсия в нашей стране? Впрочем, как и во многих. И люди, и даже в США большая пенсия. То есть люди готовятся к ней заранее, готовят эти заранее инвестиции, чтобы потом получить достойный капитал. Так вот, даже если мы не берем обычного человека, а предпринимателя, небольшой нюанс. Вот я тоже и предприниматель, и обычный человек совмещаю долгое время. И получается что? Например, у нас во многих видах бизнеса надо хеджировать валютные риски. И я это делаю через инвестиции. Второй вариант. Допустим, у вас солидный клиент, а такой может быть, и он говорит, не дам я тебе деньги через 45, через 50 дней, отсрочка платежа. У тебя кассовый разрыв. Самый дешевый, быстрый способ – через кредитный репо. То есть я тоже делаю через это. То есть с помощью инвестиций можно самого да. себя прокредитовать? Да, через ценные бумаги легко и просто за минуту, не говоря ни с какими банкирами, не встречаясь, не показывая, не описывая никакой бумажки, это делается за доли секунды. Допустим, у вас какой-то маленький фитнес-зал, ну, казалось бы, да, вот вы бизнесмен. Зачем вам инвестиции? А если вы купите, особенно там на западных рынках, там есть и в этой сфере, в России нет в этой сфере публичных компаний, вы купили публичную компанию. Обычно акционеры, это акция, это картинка в будущем, они рассказывают, какие тренды в фуд-фитнесе, что они делают, почему они делают, какие они продукты питания понимают, каких они видов спорта они считают активными, куда, какие тренды будут. И ты можешь через это, имея одну всего лишь акцию, быть в курсе и использовать это в своем родном бизнесе. Через официальные запросы, да, как инвестор. Официальные колл-конференции, в которых все рассказывают, тебе рассказывают, как, что будет в будущем. Они стараются, потому что ты можешь носом крутить, плюнешь, продашь акцию, уйдешь. Они беспокоятся тебе и рассказывают, что они собираются, на какие рынки выйти, какие новые сферы сделать. И это все, естественно, полезно. Но они рассказывают тебе как инвестору, но ты по факту можешь в своем бизнесе использовать, если у тебя сфера та же. Да, то же самое, да. И часть это открытая информация, часть ты как инвестор запрашиваешь, тебе отвечают. Чем торговать, во что инвестировать? Акции, не знаю, предметы искусства, что еще? На длительном горизонте акция более 10 лет, за 50 лет, за 20, за 30 лет, за любую более чем 10 лет показывала всегда самую лучшую доходность. То для начинающих инвесторов лучше инвестировать в фондовый рынок. Потому что на товарном рынке
это высокие риски. Но самый большой в мире, все всегда считают, что это акции, самый большой в мире рынок – это долговой. Это самый безрисковый, там меньше всего волатильность, поэтому начинать надо всегда с облигаций. Вот когда первое правило инвестирования, поймите, как это работает. Но, кстати, на облигациях тоже можно заработать. С какой суммы можно начинать инвестировать? Знаете, ну в России у нас очень хорошо развиты, очень правильные брокеры. Мы делали эксперимент, я такой делал, я сам удивился. Оказывается, с 1000 рублей можно зайти, купить облигации, например, простейший инструмент, и стать инвестором в российского фондового рынка. Но все-таки, если ты на 1000 рублей открыл счет, ну он же ничего и не принесет. Какой смысл? Есть такое понятие сложный процент. Если вы систематически вот, будете класть небольшие суммы, то поверьте, к 70, там, к 65 годам это будут уже десятки миллионов рублей. Вот когда вы там несколько тысяч положили, сложный процент и систематичность сделает чудеса. Хорошо, убедили. Идем все инвестировать. Я всегда буду говорить, что надо делать и что не надо делать. Начнем, что не надо. Никогда, чтобы не было, не берите ресурсы у брокера, активы в шорт, не торгуйте в кредит только на собственные деньги и те, которые не нужны вам в ближайшие. Если у вас должен быть запас на текущие расходы несколько месяцев, там, обычно 6. Вот если у вас есть дополнительные деньги, тогда надо инвестировать. А если запаса нет, лучше? Запаса нет, да. Потому что акции, вот первое это горизонт инвестирования. До года вообще не рекомендуют инвестировать в фондовый рынок. До года можно только в облигации. А свыше года уже можно пробовать акции. Вот это инвестиционный горизонт. Второе. Надо четко сформулировать цель. Это самая главная ошибка. Вот просто заработать – это не цель. Если вы, и когда цель вы сформулировали, вы под это горизонт инвестирования бываете, и стратегия. Стратегия может быть, запомните, чудес не бывает. Риск и доходность – два главных предела. Вот в России такой бенчмарк, да? У нас облигации ОФЗ государственные 5%. Все, выше 5 уже риски. Да, их можно делать. Как можно убирать риски? Ну, допустим, вы количеством эмитентов. Один обанкротится, но у вас там всего там, ну, не меньше 10 должно быть. Один обанкротится, тогда на долгом горизонте вы не почувствуете. Количество диверсификации в странах, диверсификация в валютах. Тем более сейчас это все просто. Не надо, например, хотите даже экзотическую Индонезию покупать, не надо для этого вникать в их рынок. Есть инвестиционные фонды на ключевые акции Индонезии. То есть, получается, нужно покупать акции разных стран, производства в разных странах, в разных валютах. И в разных секторах. В разных секторах. Да. Кроме вот этих правил, надо еще брать какую-то одну акцию, какой-то инструмент, которым вы хорошо понимаете. Например, вы врач. Фармацевтика – очень интересная область. Если вы понимаете, какие тренды будут, во-первых, вам самому интересно, какие тренды будут в медицине, что будет, Альцгеймера, онкология, какие, если вы это угадаете и просчитаете, вы на этом хорошо заработаете. Но это процесс непростой. Но все-таки одну сферу можно выбирать, в которой, одну акцию надо выбирать, в которой вы хорошо разбираетесь. С чего начать, как выбрать брокера? Да, вы правы. Ни в какой той стране мира невозможно работать на инвестиционном рынке только через брокера. Это квалифицированный участник, то есть та инфраструктура, через которую надо работать. К этому надо подойти очень серьезно. Более того, если вы начинающий, не надо гнаться, нужен один брокер. Какие критерии? Первое, конечно, тарифный план. Естественно, это удовольствие, вы должны платить. Вы в соответствии со своей стратегией, если вы каждодневная стратегия, это одна. От размера капитала вы смотрите, это открытый тарифный план. Дальше, депозитарии. Это плата за обслуживание, за движение ценных бумаг, это дополнительные расходы. Особенно при малых суммах надо считать. Следующий момент. Широкопрофильные брокеры, они очень много уделяют для начинающих нужны. Они много уделяют внимание вашему бесплатно, вашему образованию, популярные продукты, как что называется. Это огромное количество семинаров, вебинаров, которые проводят. Это тоже критерий. Хорошо, есть банки, которые уже предлагают сформированный портфель. Соглашаться, не соглашаться, собирать самому портфель? Сейчас, давай, очень интересный вопрос. Ну, во-первых, вы должны понимать, что банки и брокерские компании, которые делают продукт, как правило, аффилированные. Там заложена премия продавцу. Он так страстно рассказывает не из-за того, что он любит, а из-за того, что он хочет заработать на продаже этого продукта. Тот, кто начинающий, ему выгодно и интересно вот такие инструменты покупать, но 100% защиты у солидного эмитента, и при этом внимательно читать. Там очень пунктов со звездочкой, которые люди не читают. На длительном горизонте, ну, так сказать, от 10 лет и более, проиграть невозможно. Почему? Если соблюдаешь правила, если у тебя портфель дефицирован, как мы говорили, по странам, секторам и валютам, если количество эмитентов, поскольку экономика развивается, вот создав такой портфель, на длительном горизонте проиграть невозможно.
Поэтому будьте осторожны, дисциплинированы. И с таким темпераментом эмоциональным лучше не идите. Идите в казино, там девчонки красивые, еще нальют. Поэтому на инвестиционный рынок надо с дисциплиной и терпением идти. Резюмируя весь разговор, у меня есть 10 тысяч, я хочу попробовать, с чего мне начать, что мне нужно делать. Итак, первое, вы должны четко сформулировать цель. Теперь вы считаете, если это более года, то вы включаете в этот инструмент не только облигации до года, мы говорили, и акции. Для того, чтобы начать делать, вы выбираете брокера. С учетом вашей маленькой суммы внимательно будьте тарифного плана. Вам нужен широкопрофильный брокер. Никаких иностранных рынков, только российский рынок. И теперь дисциплинированно вы вкладываете инструменты, делаете периодически, у вас, когда акция какая-то вырастает, есть определенные критерии, делайте так называемую ребалансировку. То есть вот сейчас, например, мы что видим? Мы видим, что сейчас нефть растет. И сейчас все начинают кричать, покупайте акции нефтяных компаний. Да это вчера надо было, когда она падала, когда она была 20 долларов стоила, она покупала. А сейчас надо продавать. Как часто внутри вот своего портфеля нужно продавать, покупать, если я такой вот положил и забыл? И как часто нужно класть тут деньги? Желательно каждый месяц или там каждый квартал. Чем более дисциплинированно вы вкладываете, тем, во-первых, правила сложных процентов удельные вещи дают. Во-вторых, вы можете более точно рассчитать покупку того или иного эмитента. Но есть такая подсказка, такая тоже лайфхак, когда, например, рынок падает, особенно, старайтесь чуть больше положить. Может, он еще больше упадет, но когда рынок растет, лучше меньше. То есть вот все-таки в зависимости от падения, каждые 5% падения добавляйте сумму, например, в такую. Теперь ребалансировка. Это зависит от стратегии. Если вы ростовые акции купили, которые очень большая волатильность, есть такой коэффициент бета. Если рынок растет там на 100% акции, это коэффициент 1. Если там у вас бета 2, значит, она в два раза быстрее падает, в два раза быстрее растет. Если у вас портфель с высоким бета, конечно, ребалансировку надо чаще. Для начинающих, я как сказал, один инструмент облигации очень удачный, простой. И второй инструмент, сейчас так модное слово ETF. То это биржевой фонд на определенную цель, на определенный индекс. Ну, к примеру, вы считаете, что вы консервативный в соответствии с возрастом, среди надо вкладывать в недвижимость. Разумно. В мире есть западные фонды, и они вкладывают по всему миру в недвижимость. Вы можете приехать в эту страну, зайти в эту гостиницу, посмотреть. Это вот ваша недвижимость. То есть вы когда купили эту... Ну, часть, да, получается. Это часть вашей недвижимости. Посмотреть. И они выплачивают высокие дивиденды, и это считается недвижимость. Понимаете, это не просто вот какие-то лекарства разрабатывали, раз на последнем третьем испытании оно не прошло. Акции рухнули до нуля. Там как бы самолет упал, раз там на 30%. Они менее волатильные, высокие дивиденды. Поэтому ETF – это такой очень хороший инструмент для решения своих проблем. Спасибо большое за беседу. Было очень интересно, познавательно. Я надеюсь, будет полезно и вам. Держите себя в узде, вкладывайте, инвестируйте, зарабатывайте. Удачи!